Если брошу мелкое бро, и сегодня я куплю себе новый дом. И почему? Почему не уже? Да, я знаю, но я его решил продать. Надеюсь, что я получу больше денег. Я нашел дом. Я хотел вам ключи показать, но я его пока не купил. Она сама там отошла, сказала, будет сюда поставить. Вот, короче, мне надо дать ей вот это вот. Вот три стака. Вот это вот. Вот. Я... И это все. Ну, короче, вы поняли. Сколько надо дать. Вот так вот надо отдать. Я, в принципе, могу заплатить на 2 месяца вперед, но не буду. Почему? А потому что этот, ребята... Ну, посудите. Нужно еще дом сам купить. И все такое. Да. Это мои последние деньги, потом у меня нету. Блин, ладно. Так. Куда она пошла? Главное, тут хотел поставить 300. Вот так вот все сюда. Но этот дом даже не вышел. Сейчас я вам покажу, где он. И, кстати, ребята, они отдали, смотрите, самое наглое. Не наглое, они, наверное, так посчитали. Они, короче, отдали мне еще дверь. Те, кому я где-нибудь переделать на это. Дизайн. Дизайн, думаю, просто офигительный. Смотрите. Дверь почему-то... Вот видите, реально, вот где-то здесь можно спать, я буду здесь спать. Здесь, не знаю, она наверняка, здесь шкаф. Проблемный магазин, в который я сильно хочу поехать и купить эти все вещи, он на другом краю этого. Вот, части города. Туда надо ехать очень долго. Маршрутки туда не едет одна. Ну, это... Ладно, нет. Ну, короче, на машине я не смогу. Вот я мог себе не купить. А в них сесть можно? Я замер после этого винера. Блин, я вообще покатался на нем. Главное, что открыть. Монстр. Едет? Нет. О, надо тут подпрыгивать. Это круто. Ну, там где мои похожи. Не буду смотреть. Ну что, давайте еще посмотрим, какие вот есть дома. Сегодня вот посмотрим, а завтра... А, или можно на ней все выставить. Хотя, блин, хотя это должно хоть. Блин, я в ней переходи на эту сторону. Вот признаюсь, я честно думаю, тут это... Оказывается, что за него дать? Там, кстати, одна дверь не хватало, как они еще дали дверь. Они очень нормальные люди. А, это офис. Когда разбогатеть, надо будет купить. Но пока он меня интересует.
Я тебе попробую. Вот, кажется. Кстати, это форма факела, ну типа стандарт дизайн. Здесь остановка. Вот какой-то дебил идет по лестнице. Давайте здесь пройдемся. Сейчас я могу на лодке, на корабле. А я не могу себе позволить. Ох, ё-моё. Надо будет его с парашютом. Надо купить. А, там, по-моему, все будет очень маленький. Главное, что мы купили с парашютом. Но потом надо будет еще посмотреть, как там есть. Ё-моё. О, давайте еще его надо будет. Кстати, на компьютерах купить ли нам элитры на этих отсюда. Я подумаю над этим. А. Все. О, давайте в следующем видео сделаем. А что ждать? Ладно. На этом же это будет. Если понравилось, подписывайтесь. А с вами был я, Fireball. Все бро, всем adios.